Село Большое озеро находится в Шарыповском районе. В деревне родители часто привозили меня сюда, поэтому простая деревенская жизнь мне знакома и близка. В детстве мы с ребятами катались на этом самом озере с рыбоголь на лодках. Ну, здравствуйте, мои хорошие. Кто к нам приехал? Здравствуй, бабушка. Здравствуй, здравствуй, мой хороший. Когда сижу, пою, вышиваю. Моя бабушка Анна Федоровна – ветеран войны. Помню ее долгие и трогательные истории о военном времени. Может, ты, дорогая, разберешься сама. Я сейчас отдыхаю, добралась до письма. И вот помчались танки. В свои годы она остается бодрой, жизнерадостной и любопытной. Смотрит наши новости, звонит и делится своими. И когда я разговариваю с ней, всегда помню, что мы работаем на весь край. Мы смотрим каждый день канал Енисей и радуемся за Витю. Я очень люблю приезжать к бабушке в село Большое озеро.